Девочки, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на видео. Меня зовут Марина. Давно у меня не было видео и решила снять инвентаризацию всей своей косметики. То есть, что я приобрела за последние 6 месяцев. Последнее видео у меня такое было в декабре месяце. Обязательно ссылку на это видео я вам оставлю внизу под описанием. Так что, кто хочет, пройдите, посмотрите. Прошло уже 6,5 месяцев и хочу сделать инвентаризацию, посмотреть, сколько всего я купила. А купила я вот сколько всего, девочки. Не знаю, видно вам или нет. Ну, очень много, мне кажется. Я, кстати, уже нахожусь в Греции. И всю косметику с Нидерландов я привезла. Поэтому сейчас снимаю я это видео. Так что, любители инвентаризации обзоров и обзора декоративной косметики, продолжайте меня смотреть. Начну я показывать вам свои пудры. За эти 6 месяцев я приобрела 3 пудры. Первая пудра — это пудра Vibo. Не знаю, как вам сейчас видно, будет пересвет, наверное, будет. Нет, не видно. Приобрела я пудру Vibo, очень хорошая пудра, рассыпчатая она именно для зоны вокруг глаз. В общем, что сказать. Мне нравится, она мне понравилась. У нее достаточно красивая упаковка. Здесь есть заглушка, чтобы пудра не сыпалась. Обязательно в ближнем плане вам покажу эту пудру. Мне она понравилась, и она мне подошла. Я наношу и вокруг глаз, и иногда могу даже на все лицо ее нанести. Но нельзя перебарщить, потому что она белого цвета. Еще одна пудра, это от бренда Makeup Obsession. Называется эта пудра Gamesaid Matte, но она далеко не матовая. Кто-то ее сравнивает с пудрой Chic, ну, кто-то говорит, что нет, она не похожа. В общем, не знаю, это запеченная пудра у меня в оттенке Formentera. Хорошая пудра, но на летом мне она сейчас не годится, потому что она не фиксирует, она просто дает такой лоск. Хорошая, красивая пудра. На весну, осень, хорошо. У нас сейчас очень сильная жара, и только матирующей пудры надо пользоваться, потому что в Греции 40 градусов сейчас, а в Нидерландах сейчас 20 градусов. В общем, смена климата очень такая тяжелая штука. И еще одну пудру, которую я приобрела, это пудра от Kiko Milano. Хорошая пудра, это у меня из серии Matte Fusion. У меня в 4-м оттенке. Хочу сказать, что у Kiko достаточно светлые оттенки. У меня 4-й номер, и он очень светлый. Ну, мне кажется, лучше взять светлую пудру, потому что можно все это бронзером подделать. В общем, хорошая пудра, матирующая, мне нравится. Пользуюсь ей с удовольствием, и она у меня иногда даже в сумочке. Дальше, что я хочу вам показать, сколько я приобрела бронзеров за эти 6 месяцев. Так, приобрела я бронзер от бренда Eveline. Знаменитый бронзер. У меня в оттенке 01 Go Hawaii. Красивый тоже, запеченный, можно сказать, бронзер. Он немного... Нет, он не шиммерный, он матовый. Он матовый. Давно я им не пользовалась, потому что это все находилось у меня здесь, в Греции. Хороший бронзер, запаха никакого нет, мне нравится. Еще один бронзер в моей коллекции, это от Catrice, который называется Glow Sun Matte Bronzing Powder. Это матовый бронзер, он очень такой шелковистый, он, по-моему, всегда у них в линейке всегда есть, это не новинка и не старинка, его можно найти. У меня в оттенке 0,30. Хороший бронзер, не темный и не светлый, не серый и не рыжий. Очень красивый бронзер, мне понравился. Также у меня есть знаменитый бронзер от La Mer, хотя написано это блаш, но его многие используют как контуринг, как бронзер. Мне тоже понравился. Не сказать, что вау, я без него жить не могу. Нет, конечно же, обыкновенный, красивый бронзер. Запаха тоже никакого нет. У меня в оттенке 404 талп. Так, сейчас посмотрим. У меня здесь целый
ящик, и мне придется в нем копаться и искать. Следующий бронзер, это у меня бронзер от Makeup Academy, хороший бронзер. Он, можно сказать, такой вот сухой, но он достаточно пигментированный. Здесь оттенка никакого нет, просто называется Bronzed Perfection Multi-Bronzing Powder. Тоже красивый, можно и светлый, и темный тона подобрать, или можно смешивать. У нас его очень тут рекламируют, многие визажисты его очень любят. Также я приобрела себе контуринг от Catrice, это их давний выпуск, называется он Triangle Artist Contour Stick. Не знаю, есть ли он еще, правда, мне кажется, уже нет в продаже этого стика. Хороший стик, но единственное, что он очень сильно пачкается, приходится потом все это вытирать. Он очень мягкий, поэтому, ну, тушуется замечательно. Просто у меня в оттенке 0.10 он такой более с... Он, знаете, как вам объяснить? И не рыжий, и не серый. Вот то, что надо для контуринга. Давайте теперь перейдем к хайлайтерам. Сколько я приобрела за эти месяцы. И начну обзор вот с этого хайлайтера. Это хайлайтер Cool Llama. Это их старая палетка. То есть не палетка, а их старый выпуск. Я нашла в этом году, но больше потом я уже не видела ни на каких сайтах этот хайлайтер. Тоже один из любимых хайлайтеров, многим он нравится. Он достаточно деликатный, очень красиво подсвечивает вашу кожу. Многие девочки уже его закончили. В общем, вот такой красивый хайлайтер. Еще один хайлайтер в моей коллекции, это из серии Glow Lover, если я правильно читаю, это катрисовский хайлайтер, очень знаменитый, это целая серия у них таких хайлайтеров есть и бронзеров, тоже очень такой деликатный, но его также можно наслоить и он будет достаточно ярким, красивый хайлайтер, у него такое необычное свечение, как бы дуохром, можно сказать. Розовый, фиолетовый, здесь несколько оттенков. Тоже один из любимых хайлайтеров. Полюбился он многим на ютубе. Видела, почти все бьюти-блогеры его приобрели. Также новинка от Essence. Это из их последней коллекции Glam Game Glow Luminous Highlighter. У меня в оттенке 20. Это такой розовый хайлайтер с розовым переливом. Также есть цвета шампань. Ну, я взяла розовый. Тоже шикарный хайлайтер. Красиво тоже смотрится, подсвечивает. Ну, как вы знаете, хайлайтеры от Catrice Essence, они, можно сказать, все очень даже хорошего качества. Также я приобрела знаменитый хайлайтер от The Balm. Я взяла в мини-версии. Он называется Mary Lou. Вот такая маленькая миниатюрка. Давно я за ним гонялась, он постоянно был распродан. Красивый хайлайтер, популярный, знаменитый. Он, по-моему, у всех есть. И вот сейчас как раз есть теперь и у меня этот хайлайтер. Также еще один хайлайтер в моей коллекции. Это тоже новая коллекция от Catrice. Жидкий хайлайтер. Давно хотела себе жидкий хайлайтер, то есть кремовый хайлайтер. Его часто сравнивают с хайлайтером от Charlotte Tilbury. Не знаю, у меня в оттенке, по-моему, так, 0.30 Sun. Классный хайлайтер, девочки. Попробуйте, шикарный, не снимает тон, такой у него мокрый эффект. Давайте сейчас я вам покажу. Мне очень понравился, есть три тона у него. Вот такой вот он, смотрите. Красота просто. Шикарный хайлайтер, мне очень понравился. И последнее время у меня рука постоянно
тянется к этому именно хайлайтеру. Так, хайлайтеры, по-моему, у меня уже все. Давайте перейдем к румянам. В этом году также я купила знаменитые румяна от Catrice, которые называются Cheek Lover Marbled Blush в оттенке 010 Dial Blossom, если правильно читаю. Тоже знаменитые румяна на YouTube. Это, по-моему, одна из их последних новинок. Классные румяна. Они очень похожи с предыдущими, но здесь более розовый такой оттенок. А предыдущие были более такие золотистые. Это более такие розовые, холодные. Но румяна, конечно, шикарные. Также я приобрела румяна от Catrice. Это старая их линейка. Мне кажется, еще их можно найти в магазине. Или в онлайн, или офлайн. Я нашла онлайн и приобрела. Потому что у меня не было таких румян. У меня в оттенке 0,20 Glistening Pink. Боже мой, английский. Классные тоже румяна. Но знаете, на фотографии они были чуть-чуть другого цвета. Как будто бы шиммерные. Хотя они матовые, на мой взгляд. А на картинке я думала, что они будут шиммерные. В общем, ну, тоже красивые румяна. Тоже очень знаменитые. Многие их любят. Мне сейчас вышел перевыпуск этих румян, но я их не брала еще. Также последний у меня есть выпуск румян от Essence. Здесь в Греции я до сих пор еще не видела. Ни в магазине, ни онлайн. Я их приобретала в Нидерландах. Essence Pure Nude Baked Blush. У меня в оттенке 03. Golden Classic. Вот такие классные запеченные румяна, очень пигментированные. И у них такой фиолетовый подцвет. В линейке, по-моему, 6 или 7 цветов. Красивые румяна. Я люблю такие розово-фиолетовым подтоном. Также я приобрела румяна в стике. Первый румяна, который я приобрела, это от Catrice. Они вышли, по-моему, перед Рождеством. Да, они вышли перед Рождеством, вспомнила. И я их приобрела, они были только в одном оттенке. Очень красивые румяна, достаточно яркие. Но они не будут на щеках такого вырви глаз цвета. Они растушевываются очень в красивый такой нежно-розовый цвет. Такой пинк. Ну, если вот вам видно. Они не будут такие яркие, тоже интересные румяна. Но мне больше понравились румяна в стике от Essence. Не знаю, моя рука больше тянется вот к этим румянам. Это от Essence, тоже одна из недавних их коллекций. Вот такие вот румяна, очень нежного цвета. Они вышли в двух цветах. По-моему, был как персиковый и вот такой розовый. Тоже очень красивые румяна, нежно смотрятся. Шикарные просто в стике. Это а-ля, по-моему, вот какой-то тоже они бренд сделали. Еще одни румяна, которые я приобрела, это румяна от W7. Красивые румяна, это новинка. Она у них вышла весной. Это а-ля под бренд Too Faced, если вы знаете. У них вышла точно такая же коллекция. И я приобрела из этой коллекции вот такие румяна. Поверх было очень много блесток, но кисточкой это все ушло. Тоже очень красивые, шиммерные румяна. Просто красивые, великолепные. Мне очень понравились. И они достаточно яркие. Так, с румянами я закончила. Теперь давайте перейдем к консилерам. Чуть-чуть я пошумлю тут. Консилеров я купила в этом году 4. 5 консилеров я купила за последние 6 месяцев. Начну вот с этого консилера от бренда Astra. У меня в 0,3 оттенке хороший консилер. Мне понравился. Эта серия называется Fluid Concealer, 90% натурал. Также у них есть и
тональной основой. У меня также есть и тональная основа из этой серии, но тональная основа хорошо подходит на зимний период, так как она не схватывается, и более такой сияющий у нее финиш. Я летом такими не могу пользоваться, поэтому я сейчас и не пользуюсь. В общем, куда-то я пошла не туда. Хороший консилер, мне понравился, от бренда Astrid, итальянский бренд. Еще один консилер, который я приобрела, знаменитый консилер от Elf. Как вы видите, он у меня уже, можно сказать, заканчивается. Я им очень часто пользовалась, потому что он достаточно пигментированный и достаточно у него плотное покрытие. У меня в оттенке Medium Natural, достаточно большая широкая линейка оттенков. Это увлажняющий, он с белой крышечкой, также и с черной крышечкой, он более пудровый эффект. Хороший консилер, мне нравится. Может быть, даже повторю, но уже с черной крышкой. Также я приобрела консилер Wet n Wild, который называется Incognito, это новая их линейка. Но мне больше понравился предыдущий консилер от Wet n Wild, чем этот, не знаю. Как-то у него покрытие больше, лучше, и он не забивается в морщинки, у него пудровый эффект. Но этот какой-то немного тяжеловат, не знаю, у меня в оттенке, сейчас вам скажу, если найду. Так, девочки, я не могу найти какой-то оттенок. А, это Medium Honey, там тоже достаточно большая широкая линейка оттенков. Если повторю, то буду повторять предыдущий их выпуск консилеров. Также новинка от Essence Concealer Stick, который называется Multitask. Хороший консилер. Так, у меня цвет 20, Natural Beige. Он и не темный, и не светлый. Я всегда смешиваю консилер, потому что сначала я наношу более темный, потом сверху немножко светлый, потому что у меня достаточно выраженные круги под глазами, поэтому я его наношу. Кому-то он понравился, кому-то он не понравился. Мне подошел среднего качества. И последняя моя новинка, это консилер от NARS. У меня это в миниатюрке, решила попробовать, слышала хорошие отзывы. У меня в оттенке Custard Medium 1. Но я чуть-чуть не угадала с цветом, мне приходится его тоже смешивать, потому что немного он светловат для меня. Ну да ладно, это миниатюрка, мне кажется, она быстро закончится. Хороший консилер, мне понравился. Теперь надо попробовать консилер от Tarte. Вот. Так, с консилерами все. Теперь давайте перейдем к помаде. Вот помад у меня в этом году, правда, очень много. Я купила за последние 6 месяцев. Сейчас я вам покажу, сколько. Вот столько помад я приобрела за последние месяцы. Давайте начну с помады от, то есть не помады, а это лип-глосс, но это ликвид лип-бальзам хороший. Я его наношу поверх какой-нибудь помады, вот сейчас он у меня нанесен поверх матовой помады, и мне очень нравится, как он блестит. У меня в оттенке 0,20. Следующий блеск, который я приобрела, это блеск от Essence, старый их выпуск, его уже нет, этой линейки. Шикарный блеск, мне нравится, очень комфортный на губах, в общем, мне очень нравится эта линейка, я второй раз уже покупаю, но я ее уже найти не могу, у меня в оттенке 0,7. Также новинка от Essence Tint у меня в оттенке 0,2. Это Tint Kiss, увлажняющий лип тинт называется. Красивый, хорошо держится, но у него вкус сладкий, я не знаю, слишком сладкий, но потом это уходит, этот вкус. Но мне не понравился из-за того, что у него сладкий вкус, как будто у вас сахар на губах. Не знаю, я 2-3 раза попользовала, цвет классный, титует хорошо, но вот этот сладкий вкус зачем, не знаю. Еще один лип-глосс от Golden Rose, тоже новинка, по-моему, это Golden Rose в этом году, Mega Shine Lip Gloss.
меня в оттенке 107, хороший липглосс, очень часто я им тоже пользуюсь. Мне понравился, не стойкий, аромат у него приятный. Я уже говорила, по-моему, про этот липглосс, такой аромат карамелек, леденцов, очень красивый. Также у меня есть помаду Vibo. Это матовая помада, она у меня сейчас, кстати, на губах, но я ее наношу с блеском, потому что она очень высушивает губы. Мне не нравится, когда вот слишком сухие губы, а так цвет просто шикарный. Еще одна помада у меня в этом году была приобретена от бренда Golden Rose, у меня в оттенке. Это серия Nude Look 01 коралловая помада. Вот такой вот цвет, красивый цвет. Ну, что-то я мало пользуюсь этой помадой. Также часто я пользовалась помадой от Golden Rose, то есть не помада, это Tint Lip Balsam. Но почему тинт? Он тинт не оставляет. Это не стойкая помада липглосс, но, как видите, у меня ее осталось очень мало. Но приятная на губах, не стойкая, обыкновенная. Также у меня помада от Essence, которая увлажняющая, нюд, у меня в оттенке 301. Классная помада тоже, светлая такая, выбеливает немного губы, но мне нравится. Так, здесь падает, простите. И еще у меня осталась помада от Catrice. Вот такая, Plumping это, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, Plumping Gel Lipstick. Тоже очень комфортная помада. У многих она есть. Это тоже у них в постоянной линейке. У меня в оттенке 110. Хорошая, мне нравится. Не стойкая, но комфортная. И еще одна помада от Golden Rose, Sheer Shine Stilo Lip Gloss. У меня в оттенке 0,5. Тоже часто ей пользуюсь. Хороший увлажняющий эффект. Она, по-моему, сделана а-ля под лореалевскую помаду. Давайте перейдем к палеткам для лица. И хочу начать свой обзор вот с этой палеткой. Это палетка от Elf. Это американский бренд, достаточно бюджетный. Эта палетка называется Home Grande. Здесь румяна и хайлайтер. Очень красиво, очень нежно, мне нравится. Румяна здесь шиммерные. Еще одна палетка для лица. Это палетка от Catrice. Она была выпущена совместно с бьюти-блогером Максим. Это немецкий бьюти-блогер, достаточно популярный в Германии и в странах Европы, как я поняла. Это вот такая вот красивая палетка. Здесь хайлайтеры и румяна. Очень пигментированная палетка, очень яркая, очень блестящая. Румяна здесь просто бомба. Одним касанием вы можете себе поставить пятно. Но качество очень хорошее. И хайлайтеры такие блестючие. Мне очень понравилась эта палетка. Давайте покажу свотч быстренько. Вот свотч этой палетки. Очень красивая палетка, мне понравилась. Такая у меня палетка была приобретена за эти месяцы. Также приобрела я себе палетку от Seventeen. Это греческий бренд. Достаточно популярный, но не бюджетный, на мой взгляд. Вот эта палетка, например, стоит 20 евро, но я ее приобрела со скидкой за 15 евро. Он достаточно популярный здесь, этот бренд. Палетка шикарная просто, на мой взгляд. Здесь румяна, бронзер, шикарные вот эти блестяшки и матовые тени. Палетка просто супер. Я про эту палетку тоже узнала от других девочек и решила себе тоже приобрести, так как мне очень понравились вот эти вот блестяшки. Они очень красиво смотрятся. Как бы можно сказать, дуохром. Вот один из них, да, по-моему, дуохромит, а другие нет. В общем, здесь блестяшки шикарные просто. Еще одна палетка для лица. Новинка Essence. В этом году она вышла. Она называется Hug & Teddy. Тоже красивая палетка. Здесь, как вы видите, хайлайтер, румяна и тень. Такая повседневная палетка.
классические цвета на каждый день, самое то, даже очень даже красивый здесь хайлайтер и румяна, мне очень даже нравится эта палетка. Единственное, вот этот вот дуохром, он замыливается, но он какой-то не дуохром, можно сказать, топерный цвет, он очень тяжело переносится на глаз. Он топерный, мне кажется, да, и очень сильно замылился. А так палетка очень красивая, такая нежная. Также есть у меня палетка от Revolution совместно с блогером Roxy. Это англоязычный блогер, достаточно популярный. Я давно смотрела на эту палетку и решила ее приобрести. Здесь хайлайтеры и бронзеры. Бронзеры достаточно такие красивые оттенки, подойдут и темненьким, и светленьким. Хайлайтеры здесь разного вида хайлайтеры, запеченные, розовые, более темные, более светлые. Но мне больше нравятся вот эти бронзеры, мне они как-то больше подходят. Также можно эти бронзеры использовать как и тени. В общем, хорошая палетка, давно на нее смотрела и вот как раз купила. Приобрела я ее на Натино. Палетки для лица у меня закончились. Давайте теперь перейдем к самому интересному, я думаю. Это тени для глаз. Хочу вам начать сначала с однушек. Купила себе я знаменитую однушку от Catrice, которая называется Golden Lift. В общем, ее номер 360. Это такой вот зелено-болотный цвет. Вот, ну, просто самый красивый, по-моему, зеленый цвет, который есть. Шикарная просто однушка. Многим она понравилась. Вот именно вот этот цвет. Классный. Также у меня есть палетка от Elf. Такая вот миниатюрка. Называется она Rose Water. Да, Rose Water. Вот такая шикарная палетка. Миниатюрка. Такая вот розово-фиолетового цвета. Вот такой у нее. Такие вот, то есть, сводчи. Ну, красивая палетка. И пигментация хорошая. В общем, для своей цены она достаточно красивая и качественная. Я люблю бренд Elf, поэтому, когда мне что-то выходит новое, я стараюсь покупать. Также у меня есть тени кремовые, то есть жидкие тени. Они сделаны а-ля, по-моему, под Huda. Это из магазина Action. Они один раз вышли и больше их не выпускают почему-то. Шикарные тени, их разобрали просто вот в два счета. Я взяла тогда последние. И был только вот такой цвет. Это цвет под номером 238. Бренд называется Max More. Здесь шиммерный и матовый оттенок. Мне очень они понравились. Матовый тень шикарный. Просто надо им дать чуть-чуть высохнуть и не моргать глазом. Они не трескаются, не скатываются. В общем, для такой цены, которая стоит 1,5 евро, это просто супер. Вот такие вот тени. Шикарные просто. Ну, их почему-то больше не выпускают. Также я приобрела себе тени от Kiko. Давно я хотела что-то приобрести от этого бренда. И вот приобрела себе тени. Ну, я еще кое-что хочу там приобрести. В общем, и приобрела себе тени под номером 60 и 18. 18 номер – это матовый коричневый цвет такой. Это тени в стике. Очень красивые, матовые у меня. Можете посмотреть, в шорте есть. И коротких видео в шорте, я имею в виду. И 60 номер – это уже шиммерные тени. Тоже шикарные тени. Стойкие, не скукоживаются, не трескаются. Вот такие вот тени в стике. Хорошие тени. Также я приобрела палетку от Catrice. Это их постоянная тоже теперь коллекция. Я взяла в розовом цвете. У них есть еще, по-моему, три
Там есть матовая полностью, еще какие-то есть. Я взяла розы, потому что я любитель розовых цветов. Хорошая палетка, тоже часто ей пользуюсь. Мне нравится, особенно я пользуюсь вот этим цветом. Мне очень нравится такой розовый цвет. Вся палетка шикарная. Да, немножко сыпется, но это Catrice, достаточно бюджетный бренд. Также палетка от Essence, знаменитая, Marrakesh. Очень красивая палетка, тоже знаменитая. Это из серии городов, только в новой версии. Тоже люблю такие цвета, как вы видите, здесь розово-бордово-коричневые, золотистые. Хорошая палетка, достаточно часто тоже ей пользуюсь. Здесь очень красивый черный цвет, очень пигментированный. Также я приобрела палетку от Revolution. Это не новинка, конечно же. Это палетка Latte. У меня есть также палетка Coffee. Но я также увидела обзоры на палетку Latte. Она мне очень понравилась. И решила тоже ее приобрести. Здесь вот такие вот цвета. Очень ярко, красивая, летняя. И пигментация очень красивая. Очень хорошая, то есть. Тоже мне нравится эта палетка. Еще от Revolution я приобрела палетку от польского блогера Наталия Сивич, по-моему, ее называют. Она достаточно популярная в Польше. Это Revolution X Nat. Какая она красивая, эта палетка. Вы только посмотрите. А качество какое не шикарное. У меня сейчас на глазах, кстати, вот этот шиммер. Просто, вот смотрите, заглядение. Шиммеры, дуохромы, матовые. Здесь коричневые цвета. Любого оттенка есть. И светлый коричневый, и холодный коричневый, и теплый коричневый. В общем, палетка шикарная. Также у меня есть палетка от W7, которая а-ля Huda Beauty, Rose Quartz. Шикарная палетка, на мой взгляд. Мне она очень понравилась. Пигментация хорошая. Это, кстати, W7 бренд, он очень близко делает дюбы под такие бренды, как Huda Beauty, Анастасия Беверли Хиллз. Потому что я смотрела и других бьюти-блогеров, и многие хвалят эти палетки, которые а-ля под Худу и Анастасию. Мне понравилась эта палетка, здесь шикарные просто дуохромы и блестяшки. И еще одна палетка, последняя, которая новинка в моей коллекции, это палетка Morphe Jaclyn Hill. Давно я ее хотела, давно я на нее смотрела, ее в магазине свочила и со скидкой я ее приобрела. Вот такая вот классическая палетка. У Morphe достаточно хорошего качества тени, мне нравится, она не сыпется. Она такая кремовая, кремовые у нее матовые такие оттенки, блестяшки, шикарная просто палетка. У меня есть полный обзор на канале, можете пройти посмотреть. Просто великолепная палетка. Ну что, девочки, вот столько у меня было косметики за 6 месяцев. Давайте подведем итоги, сколько всего чего я приобрела за эти 6,5 месяцев. Давайте теперь расскажу в цифрах, сколько всего я приобрела за эти последние месяцы. Пудры у меня всего 3 штуки. Хайлайтеры у меня 5 штук. Бронзеры вместе с тиком у меня 5 штук. Румяна у меня 6 штук. Вместе с кремовыми румянами, конечно же. 5 консилеров. Палетки для теней у меня. Так, 7, 8, 9, 10, 1. Так, минутку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 теней. Ну, вместе с тиками и однушками теней. И палетки для лица у меня 5 штук. Также помад у меня. И все, самое большее, мне кажется, приобретено было помад и лип-глосс.
У меня их вот столько. Давайте посчитаем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 помад. Я приобрела 10 помад и блески. В общем, вот такая инвентаризация у меня получилась. Обязательно все вам напишу здесь. В общем, достаточно много, я думаю, я приобрела за эти месяцы. Не знаю, вам судить, девочки. Надеюсь, вам было интересно меня смотреть и слушать. Спасибо вам за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.